Рада приветствовать вас на своем канале. В прошлом видео мы с вами связали вот такую замечательную трендовую шапочку с ТикТока, жабку. Сегодня я предлагаю вам в комплекте под нее, либо же любую другую шапочку, связать вот такой замечательный снуд труба. Имеет он вид вот такой бесшовной трубы, которая плавно спускается на шейку. При этом подойдет данный снуд как взрослому, так и ребенку. Он абсолютно не колкий, и данная пряжа, скажем так, очень-очень приятная на тактильные ощущения. И затрата по времени и материалам всего лишь моточек и где-то около 20 минут работы. Мы будем данную пряжу не вязать, а я бы сказала плести, так как она имеет уже готовые петельки, которые мы будем просто продевать и вывязывать. Кому интересно, присоединяйтесь и свяжем с вами вместе. Для вязания я воспользуюсь пряжей Alize Puffy. Эта пряжа вяжется руками, поэтому ни крючка, ни спиц под него вам не понадобится. Единственное, что я всегда рекомендую использовать крючок для того, чтобы удобно было прятать хвостики ниточек. Я цвет взяла, цвет папоротника, такой вот красивый, под цвет шапки жабки. Вот, я буду использовать всего один моточек, здесь 9 метров в 100 граммах, 485 цвет, кому интересно. Если вы будете делать восьмерочкой снуд, ну, то есть не просто, чтобы на шею одевался, а за капюшон, либо же восьмеркой в отвороты, в обороты, вот, поэтому вам понадобится два моточка. Я же буду использовать вот моточек, как вы видите на экране, и все, на этом остановлюсь. Спицы пряжи, повторяюсь, не требуют и крючки, поэтому будем вязать руками. Для того, чтобы начать вязание, либо плетение, проще говоря, нам нужно разложить на ровной поверхности ниточку таким образом, чтобы она была не перекрученная. Вот смотрите, ровненько выложенная, как бы такой вот дугой. И это нам поможет связать первый ряд, а как вы понимаете, от первого ряда зависит дальнейшее многое. Чтобы вязание у вас не пошло восьмерочкой и не пришлось перевязывать, нам нужно первый ряд красиво, аккуратно, ровно замкнуть. И потом после этого вязание пойдет правильно. Я буду отсчитывать на снуд 32 петли, вы же хотите, можете набрать большее количество петель и замкнуть в круг. Итак, у меня в левой руке сейчас хвостик, и я выложила так вот аккуратненько в правую сторону. Вязать я буду по часовой стрелке спиральным образом. Итак, отсчитываем 32 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Вот, мы можем между 32 и 33 петлей поставить маркер, но мне, в принципе, этого не нужно. Я просто буду понимать, что вот эту 33 петлю я должна продеть сквозь первую петлю. Вот таким вот образом, заводя сверху вниз и продевая, вытягивая полностью всю петлю до конца. Теперь в следующую петельку я буду продевать следующую и снова вытягивать до конца. Затем снова, не пропуская петли ни снизу, ни сверху, я продеваю каждую последующую верхнюю петлю сквозь нижнюю. То есть вот они у меня верхние петли, вот нижние. И я продеваю сквозь нижние, верхние, вытягивая полностью до конца петли. Вот так. И так идем полностью по спирали до тех пор, пока не дойдем до вот этого хвостика. Вот этот хвостик я буду не спешить отрезать и заправлять. Он у меня будет служить началом конец ряда, и никаких маркеров мне не понадобится. Все, вот так вот дальше продолжаем вязать по спирали, провязывая полностью поочередно все петельки. Левой рукой я помогаю себе, подтягиваю, скажем, петли рабочей ниточки от мотка, для того, чтобы не пропустить никакую петлю. А правой рукой непосредственно уже провязываю каждую петелечку. Вот так. Идем так по очереди, постепенно, никуда не спеша. Первые два ряда постепенно, не спешите, провязывайте правильно, чтобы вы, набив руку, уже потом не потеряли петельки. Потому что если потеряете петлю, лучше сразу это перевязать и распустить, чем потом получится у вас некрасивая дырка. Хотя я знаю, что девочки рекомендуют потом просто эту петлю подшить. Я люблю очень, скажем так, кропотливую работу, поэтому все-таки рекомендую вам сразу, если вы увидели, что пропустили, лучше этот ряд прираспустить и переделать. Пряжа не лезет при распускании, поэтому можете смело экспериментировать. Итак, идем по спиральке параллельно, вот так вот красивенько
поворачиваем и подтягиваем каждую петлю до конца. Дошли до конца ряда и в итоге получаем вот такое начало. Если вам вот этого объема достаточно, то продолжаем вязать дальше. Если нет, то, конечно же, лучше переделать изначально. Я буду ориентироваться на вот этот хвостик. Так как у нас пряжа не тянется, то есть вот это у вас получается, скажем так, итоговая уже работа, то есть итоговый объем. Если вам мало, еще раз повторюсь, переделываем. Если же достаточно, то продолжаем дальше вывязывать непосредственно уже глубину, трубу нашего снуда. Вот, итак, мы находим следующую петлю и продолжаем вязать второй ряд. И каждый последующий ряд мы будем вязать как второй, то есть просто вот таким вот образом, продевая сквозь предыдущую петлю последующую. Вот так. Не перекручиваем петельки для того, чтобы получилось у вас красивое гладкое вязание, а с внутренней стороны у вас получаются вот такие горизонтальные полосочки, которые нам и заменят имитацию платочной вязки. Вот. И все, то есть продолжаем дальше вот так вот продевать. Еще раз повторюсь, не пропускаем петельки. И продеваем их до конца. Тогда у вас получится достаточно красивое и аккуратное полотно. Проверять можно. Провязали ряд, проверили, не пропустили ли вы где-то петельку. Оно видно. Если где-то пропускается, то оно сразу начинает торчать, и там образовывается дырочка. Если где-то у вас, скажем так, недовытянутая петля, то также будет выглядеть неаккуратно, скажем так, с дырочкой. Поэтому старайтесь продевать максимально глубже и аккуратнее, скажем так, делать для того, чтобы в итоге красивый эстетичный вид имело ваше изделие. Итак, вяжем до тех пор, пока не закончатся у вас петелечки на рабочей нитке. Вот у меня остается буквально парочка петель. Я их довязываю. Вот этот хвостик мне не нужен. Я сейчас что делаю? Смотрите, я буду заканчивать вот это наше вязание, трубу, таким образом. Смотрите, вот она у меня идет, получается, последняя петля, от которой вот хвостик остался. Я сквозь нее продеваю ближайшую петлю. То есть, смотрите, неважно, довязали вы ряд до конца или нет, просто продеваем сквозь предыдущую, последующую каждую петлю. Вот таким вот образом. Смотрите, то есть, чтобы у вас получалась вот такая красивая косичка. То есть, смотрите, сквозь предыдущую, последующую. Единственное, что хорошо вытягивайте петельки, чтобы у вас вот так вот красивенько получалось. Вот. И не перекручивайте, когда будете продевать сквозь предыдущую вот так вот последующую петлю, не перекручивайте петли для того, чтобы у вас не получались они тугие. То есть, если вы будете перекручивать, они просто будут немножечко, скажем так, уменьшаться в объеме. И вот такая красивая косичка должна у вас получиться в итоге после закрытия по, скажем, по всей окружности снуда. Вот так. То есть просто поочередно, не спеша, не пропуская петли обязательно, продеваем вот таким вот самым простым способом, делаем закрытие. Можете делать это крючком, но в принципе руками это достаточно аккуратно получается. Вот так до тех пор, пока у нас не останется последняя крайняя петля, на которую мы переоденем предпоследнюю. Можете поправлять вот так вот петельки, если где-то полупетля больше вытащена. Вот. И вот так делаем полностью закрытие по всей окружности. Вот я доделываю, практически у меня закончились петельки по окружности. Вот она, последняя петля. Я продеваю, получается, последнюю, а далее у меня остается лишь только вот этот хвостик. Я беру, продеваю сквозь хвостик вот эту петлю. Если у вас такого хвостика нет, можете прираспустить немножечко предыдущую петлю.
Вот. И далее нам просто остается вот этот хвостик зафиксировать. Я всегда рекомендую даже при вязании той пряжи, в которой крючок не нужен, всегда использовать хотя бы какой-то маленький помощник, вот, которым мы можем, скажем, воспользоваться, и с удовольствием он нам поможет зафиксировать ниточку. Я вытаскиваю ниточку вот так еще раз, как бы как типа прошиваю. Вот, и нам остается лишь только ее завязать. Хотите, можете завязать, хотите, можете зашить ниточкой цвет-цвет. Здесь уже, скажем так, дело хозяйское. Здесь у нас с этой стороны тоже остался хвостик. Мы его продеваем сквозь вот так вот вязание. Вот здесь мы вот его как бы получается продели, и ну, скажем так, получился у нас завершенный ряд. Вот, смотрите, замкнутый ряд. Вот, можете его вернуть и зафиксировать. Самое главное, это теперь нам остается вывернуть на изнаночную сторону. То есть это у нас была лицевая сторона. Сейчас мы выворачиваем на изнаночную сторону. И в итоге у нас получается вот это теперь лицевая сторона. Та гладкая сторона у нас, это получается внутренняя изнаночная. А если вы вывернете на изнаночную сторону сейчас, вот сейчас получается, то и получается вот такой красивый узор, имитация платочной вязки. Вот, и теперь одеваем на шею, он получается вот такой вот пышный, красивый. В итоге труба делается совмещенная в снуд. И все, готово. Вам остается лишь только одеть и носить, греть горлышко. Я надеюсь, что у вас получилось, понравилось, было интересно. Конечно же, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петель. Пока-пока!